Оказавшись в реабилитационно-оздоровительном центре «Колос», расположенном в сосновом бору на берегу реки Муховец, нельзя не оценить преимущество тесного контакта с природой. Этот живописный уголок как будто создан для комфортного пребывания детей. В том, что будни ребят проходят не скучно, мы убедились, побывав на развлекательно-познавательном мероприятии. Отдых проходит с пользой, проводятся всякого рода игры и викторины. Имеет место внушительный список кружков по интересам. Распорядок дня в каждом отряде особый, ведь каждому из отдыхающих индивидуальный подход, поскольку все ребята проходят свой курс лечения. Процедуры самые разные. Гидротерапия, ароматерапия, свето- и электролечение, ультразвуковая диагностика, массаж. И это лишь маленькая часть перечня предоставляемых услуг в известной белорусской здравнице. Врачей в этом месте не боятся. Ребята посещают специалистов с большим удовольствием. Мне в прошлом году понравилось. А что понравилось? Ну, ходить на процедуры, гулять здесь хорошо, как будто в лесу. Успел заметить, что здесь все на высоком уровне, начиная от лечения и заканчивая досугом и мероприятиями. Также здесь нахожусь впервые. Очень порадовали условия проживания, комнаты. Также замечательная кухня. Родителям не приходится волноваться. Лечение тоже на высоком уровне. В этой здравнице заботятся о здоровье детей. Каждый год в Колосе расширяется перечень полезных процедур. Улучшается медицинская база. Появляются современные аппараты для лечения разных видов заболеваний. За 3 недели летней смены ребенок получает комплекс лечебно-реабилитационных услуг, а потом уезжает отдохнувшим, оздоровившимся и полным сил. Самое такие востребованные, особенно в летний период, это, конечно, водные процедуры. То есть различные ванны, жемчужные, гидромассажные, ароматические, вихревые и души. Подводный душ-массаж для более старших детей, циркулярные, дождевые. И бесконтактный гидромассаж, кушетка, акваспа российского производства, которая достаточно активно детьми пользуется активным спросом, потому что это приятно, это безболезненно абсолютно. Ну и в то же время полежать 20 минут и получить массу каких-то приятных удовольствий. И если есть какие-то проблемы с опорно-двигательной системой, то есть заодно немножко подкорректировать. 10-дневный курс процедур, как показывает практика, оказывает положительное влияние на самочувствие и настроение детей. И как результат – отсутствие болезней в течение года. Плодотворное влияние оказывают и прогулки на свежем воздухе, и занятия оздоровительной физкультурой, и спортивные игры, и развлекательные мероприятия. Я буду очень много участвовать в мероприятиях, потому что я занимаюсь хоккеем и пением. Проявишь себя? Да. Хорошо. Процедуры нравятся тебе? Процедуры, здесь? Да. На данный момент у нас 100% заполняемость. Дети очень довольны. Многие были здесь не единожды. С большим удовольствием приезжают сюда. Заводят новых друзей, новые контакты. Этим летом «Колос» гостеприимно примет у себя порядка 2000 школьников. Многие из отдыхающих не первый и даже не второй раз посетят это место. Примечательно, что дети могут приезжать сюда с родителями, бабушками и дедушками, а значит, оздоравливаться всей семьей.